Не отражает ли это внешняя вот такая политика внутренние противоречия, ну, скажем так, в руководстве Арцаха? Безусловно. Там тоже есть фракции определенные. Насколько я помню, в 2020 году кандидатуру Арайка Гарутюняна поддержал именно Никол Пашинян. Это все знают, все помнят. Но такие люди, как, допустим, Виталий Баласанян, они откровенно называются пророссийскими. То есть там, ну не знаю, уже можно на лбу писать, что он пророссийский, понимаете? Там есть такой человек, как Самвел Бабаян, с непростой репутацией. Да, я не говорю, что он плохой человек, но у него непростая репутация. Он воспринимается в Москве негативно, но занимает в определенных вопросах свою позицию. То есть он и не с Пашиняном, и не с Баласаняном. Действительно, в маленьком Арцахе, в котором осталось от силы 100 тысяч человек, умудряется еще и делиться на фракции и друг с другом вступать в противоречие.